Футбольный клуб «КамАЗ» сегодня лишился даже теоретических шансов на сохранение места в ФНЛ. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации профессиональных клубов «Футбольная национальная лига». Все решилось этим вечером в Иркутске, где автозаводцы сыграли с местным «Байкалом». Хозяева первыми пропустили, но смогли переломить ход встречи и в итоге выиграть 2-1. Как итог, за 5 туров до финиша чемпионата отставание «КамАЗа» от спасительного 15-го места составляет 17 очков, а чисто математически заработать он может лишь 15.